номер стандарт. Сразу справа у нас, ну, обычный санузел. Есть минимальный набор косметики. И вот такая вот большая просторная душевая кабина. Дальше идет уже номер. В принципе, ну, нормальный, обычный, стандартный номер, стандартных размеров. Одна кровать односпальная и одна большая кровать French Bed с, по-моему, одним матрасом. Да, один матрас. Слева у нас чайный набор с обычным наполнением. Тут у нас где-то мини-бар. Давайте мы проверим, что у нас в мини-баре. Открывайся. Ух ты, ничего себе. У нас в мини-баре сок, какой-то еще там какао. В общем, газированная, не газированная водичка, пепси, фрука типа спрайта, фанта, пиво эпис, пара баночек. И вот такой вот набор шоколада. Ну, мелочь, а приятно. Дальше. Ковровое покрытие на полу. Кресло. И вид из номера, друзья. Ну, вид из номера бывает, допустим, на... В данном случае у нас на соседнюю территорию, то есть это не на проезжую часть, а именно сбоку отеля. Видите, ну, в общем, по-моему, это территория пляжа Амары Престиж. Вот. Справа боковой вид на море. Смотрите, как он выглядит. Ну и если там в каком-то другом месте в этом отеле располагается номер, то может быть вид и на море. Это уже, конечно, цена выше будет на эту категорию номера. Так, у нас есть два стула и столик. Ну а с другой стороны, ребят, у нас есть частичный вид на горы, который гораздо красивее, чем вид на море. Да, друзья, я еще забыл сказать, что в номере есть халаты. Вот один и второй.